Так, надеюсь, я в доме буду, чтобы сразу переодеться. Так, где мы? Блин, мы в какой-то пробке. Да, задолбали эти пробки. Так, я согласен с тобой. Так, ну зато, смотрите, дом вообще неподалеку. Совсем неподалеку, как раз можем заглянуть. Так, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Блин, жалко, вот дрифт как-то вот не получается. У меня хочется так дрифтануть. То ли именно на машине такой, то ли... Ни хрена я ничего не могу. Приглашаем принять участие в безумных гонках. А, кстати, что там в интернете у нас? СМИ, развлечения, еда, напитки, деньги, услуги. Что тут, еда. Американцы ежедневно выбрасывают 500 миллиардов тонн еды, пригодных к употреблению. Не дадим добру пропасть. Офигеть. Офигеть. Господи. В Африке люди голодают. Американцы 500 миллиардов тонн еды выбрасывают. Офигеть. Ежедневно. Да ты что, чеканулись, что ли? Деньги, услуги. СМИ, развлечения. А, вот, кстати, это вроде это. Главная причина срыва. Как бы наша страничка, да? Так, друзья, 6. А всего 6 друзей. Господи. Чувак, мне тебя жалко. Фотографии, друзья, ну-ка. Трейси. Господи. Да, хорошие у нас друзья. Кайл Чевиз. Кайл, инструктор по теннису. Он у нас в друзьях. Нифига, 126 друзей. РБК Пау. Семья Чевиз. Пора уехать куда-нибудь, начать все заново. Да, действительно. Еще один ревнивный псих с кризисом среднего возраста пытается меня убить. Как мне это надоело. Ни за что не подумать, что Аман де Санто уже за 40. РБК. Так, понятно. А где, кстати, наш... А, вот наша жена. Твоей семейной жизни не хватает Зена. Это нет, кто-то ограбил мой любимый ювелирный магазин. Походу, да, знаю, кто ограбил, кражит магазин. Может, хватит нас одного родителя преступника. Уэстер. С инструктором по теннису. Молодец, мам, классика. Ой, блин. Только из спортзала занималась тем стриптизерш. Фионы, я тут встретила Трейси, она вся в тебе. Да, Гамми, на-на-на-на. Ладно, что я вообще делаю? Господи. Так, что еще тут есть? Сиквел, ремейки, шоу талантов. Так, господи, всякая чушь. Ладно, поехали уже выполнять задание. Занимаемся каким-то, я не знаю, чем. Так, нет, конечно, можем потом посмотреть, как вы скажете. В комментариях напишите, если что. Гоночки. Нет, как-то гоночки я пас. Сами знаете, какой я водила. Да еще и на этих сосках как-то не особо я умею рулить. Хотя некоторым наоборот. Стив, о господи, вот я бы Стива был замочил бы. Warehouse off Dutch London in Banning. Great. Sounds just like my kind of party. Так, и что? Доберитесь до склада. Да вы издеваетесь, что ли? Мы тут хотели выполнить. Ну ладно. Так, мы можем, кстати, переключиться и... Ай, блин! Ой, какой же я, так сказать, мудель. Потому что... Я хотел переодеться, и вот так вот получилось. Хотя нафига нам переодеваться, правильно? Ладно. Так. Да, Тревору просто, я не знаю, не терпится какие-то дела. Ой. Братишка покакать захотел. Oh,
nothing. Are you taking a dump? Ah, why do you care, huh? The fuck is wrong with you? I got abandonment issues. I see a shrink once a week. You know, fuck you. Yeah, well, you know, nothing like meeting a bunch of creeps from the government in a quiet building for someone to grow balls. Ой, блин, Тревор, ну я не знаю, жгёт. God, you're an asshole. You back there. I know you, but you I don't know. Yeah, well, until I see reason otherwise, why don't we just keep it that way? Steve, what a pleasure. Стив, братишка, уфу, в походу. Капец. He reminds me of one of those guys you see advertising pills for middle-aged men that can't get erections. Hey, Devin Weston is a very good friend of mine, so why don't you watch your tongue? Because let me tell you something, that guy gets more tail than... Баб у него больше, чем... than a tail catcher. I have to fucking remember that line. You, where did we meet? Nowhere, pal. Yeah, we did. Hey, Bob, what are we doing here, huh? This. Вот что. Уберите от меня все, все. Офигеть. It's okay, I've got some new friends here now. This is Michael. And this is Trevor. No. Now our friend here, he claims he doesn't. Говорит, что ничего не знает. I don't know anything. I don't know. I already told nothing. Nothing. I don't know anything. Please, sir. You know about the Azerbaijanis? Huh? Azerbaijanis. I do audiovisual, hi-fi audiovisual. It's top man, good price, VIP, you know? You're a fucking spy. Ты сраный шпион. And the asswipes at the agency know this. So I need to know. Did you tell them? And what did they tell you? Так, и дайте угадай, пытать именно мы будем, правильно? I told them what I tell you. Так. Hey, what is this? The house in Rockwood Hills. The man who owns it. He works at the consulate. Oh, that's all I know. That's it. I go. You're gonna make him speak. No. You two are gonna drive up to Rockwood Hills. And when we find out which man is the man with the problem, you put him down. Because I'm tired of these fucking nitwits at the agency taking all the glory. Let me go. Hey, fuck is all this, huh? I think it's a good time, buddy. You know, go for a drive. Wait. No. You get to work and Так, ты работай. Не обращай внимания. В смысле, а почему не он? Что это сейчас в животе было? Я только что кишки, может, видел. Доберитесь до дома. Окей. Да, ребята, не с теми мы связались. Я-то думал, сейчас мы будем вместе грабить банки, там что-то думать. А мы в полной заднице, оказывается. Вот такой вот сюжетище. Поэтому перерастает-то быстро. An electron microscope of bureaucratic shit, and that would make it very difficult to keep old secrets. Oh well, boo for you. You know who else is having trouble keeping secrets, asshole? Me. After you brought Trevor in on this. I only brought him in after you put out your press release. Townley's taking scores again. The Los Santos reboot. If we didn't control the situation and he'd unearth this connection, then what? Then Trevor flips out, beheads me, kills my family, or raised his own. I don't know which is worse. Anyway, any of that could happen at any time. Slow down. Let's think this through. What does he know? He knows I'm alive. He knows I got money. And now he knows I'm working with the FIB. Does he know how long you've been working with the FIB? How long? The fuck does that matter? Either you were working with us before the Cash Depot job, you walked your crew into an ambush, one of them spent 10 years on the run, and the other landed in a federal penitentiary. Or we stumbled on the Cash Depot job, Brad went down, you went down, Trevor got away. The FIB cut you a deal on your sickbed, faked your death, and you end up here. Who's to say which of those is true? That there's any doubt probably accounts for you being alive. Back there, Trevor made you right away. The second he saw you,
You remember after the bust, I was in all the papers. I was on the evening news. The man who killed Michael Temple. Yeah, I was quite a trophy. A good head to hang on your wall. Back then, sure. Not now. Да, понятно. То есть, получается, если мы Стива убьем, то и этого уберут. Но если его, как бы сказать, уберут, то ли этот, ну, как его зовут-то, блин, которого мы сейчас везем, то может разговориться и сами знаете, что будет. Так что тут все запутано. This guy is an our guy. Okay, okay, okay. You sure you don't want to silence him just to make sure? If we're silencing someone, we're silencing the right someone. Get me another address. Hey, you want a coffee? Так, пытайте мистера К, чтобы найти цель. Чтобы был не тот азербайджанец. Выберите инструмент и займись им. Так, с чего начнем? Ну, между пытками используется слизить. Испытать вниз слишком рьяно, ему понадобится инъекция адреналина. Так, используйте пытки. Так, что же нам взять? Да давайте посмотрим, какой. Так, бензин. Нет, бензин-то рано. Начнем вот с обычной вот такой вот штучки, как бы гаечного ключика. Так, R2, чтобы удать. Давайте, раз, как хорошо-то. Так. Мистер Филлипс, ask him about Tahir Javan. Why didn't you ask me? I know Tahir. I did his home theater. He lives in Chumash, right into the Western Highway. That wasn't so tough, was it? Huh? Did you get that? Did you hear him? Lives in Chumash, the Western Highway. Так, и опять он, наверное, неправильный адрес дал. Хотя я бы на его месте... Да все, он уже труп. Так и так, он уже труп. Это понятное дело. Так, ну ладно, погнали. Господи, не люблю я на чужих... Таких дяденек работать. На себя бы лучше поработали бы. На свои деньжата. Yeah, well, according to my eyes, Trevor's your problem, Dave, as much as he is mine. He's not a problem at all. We're monitoring him. Has he said anything about Brad? Fuck yeah, he has. Plenty. I keep changing the subject. You know, he thinks you might actually commute Brad's sentence when this is all over. That's good. Fine work. We'll send another letter. It's about time anyway. Oh, so that's you who's been sending those fucking letters to Trevor, huh? Yeah. He thinks they're from Brad. Who he thinks is locked up in high security and not, well, not 6 feet under in a grave marked Michael Townley. The trainees write them. It's a good exercise. Yeah, the fuck. How'd that get started? A few years ago, a letter came to the federal prison system addressed to Brad. Wasn't signed, but it gave a P.O. box in Sandy Shores. I played the part of Brad, and we started a correspondence. Yeah, thanks for telling me, Davey. I was doing you a favor. Didn't think you want to know he was in the same state. Нифига себе. I just sit back and hope he doesn't figure it out. Обалдеть. Если, конечно, Тревор об этом узнает, сами понимаете, что будет. Так, снайперская винтовочка. Отлично. Прям так Хитманы мы. Yeah, I'll take care of it. Loosen him up. Oh, no, no, please. I tell you what you want. Loosen him up. No, please. Так, окей, чувак, ну что делать? Так, ну, обратно... А, тот же самый инструмент опять можно, но... Так, давайте ему... Соски покрутим, давайте ему. А, он зубы ему будет выбивать. Так, чтобы схватить зуб, давай, братишка! Так, чтобы вырвать. А, вращать надо.
Че, я вращаю. О, давай. Браток, ну уже. Что, зубы-то у тебя не подаются? Нифига себе. Какие крепкие, а? Ой, ну что такое-то? Блин. Так и так придется нам, да? Ну уже. Все, готов. Один зубик. Так. Так, найдите цель. Ну, мне кажется, тут все один как на подбор будут. У меня такое чувство. Ну, это может быть вот этот. Или вот этот. Откуда я знаю? Просто? Капец, одни азербайджанцы. Anyone stand out? No, they all kind of blend in. Make a call, Dave. We're gonna need some more info on this guy. They're having a party down there. Так, выберите Тревора. Выбирай, потому что хрен поймешь, кто тут есть. Sorry, too late, Trevor. Show our contestant what he's won today. I remember. Так, ну только что он вспомнил, все-таки пытать придется. Так, бензинчик, ну-ка. Так, чтобы опрокинуть стул. Так, здоровье у него хорошее, мы смотрим. Мучитель. Браток, ну что делать? Такова игра. Так, чтобы лить воду. Так, готово? Нет. Ты еще не перебор. Так, браток пьет, пьет, Нина. So what have you got for us? We need Trev to shake up your memory again? No, please. He's got beer. He's got beer. Uh-huh. No. I think you're making this up. No, I'm not. Huh? No. Yeah? I'm telling you the truth. Bushy beard? Got any beardy types at this party? Huh? Because that's all Mr. K's given us. No. You know, I'm thinking maybe we ought to just take two bullets and put them in our informant and just call an airstrike on Chumash Beach. Так, густые борды ищем. Так, ну я вижу, и там бород три штуки. Раз, два, три. Густая борода, я вижу. Раз, два, три, четыре. Вот этот вот красный выделяется. Вот видите, вот там вот красненький. Мне кажется, это он. Такое чувство. Хотя... А просто понимаете, вот они выглядят как этот в кепке. И в какой-то майке. Ну, вот это в майке, да? Выглядит как, я не знаю, как типа бомжей. А вот этот выглядит как... Хотя, в чем он там? В костюмчике красном. Есть такое выделение. Я чувствую, что это 100% он. Так, у него борода. Это хорошо. Курит. Дымит, как сраный паровоз. Курит он. Так. Ну, давайте еще раз зубик ему. Так, мне кажется, еще раз.
Зуб надо вырвать ему. Так что слышите, как вот там. Так, хватаем. Так, давайте, давайте этот сосок будем крутить, крутить. Блин. Ну давай же. Нет, тут только круговыми движениями. Да, Тревор, я не знаю даже, что про него сказать. Ну же, давай. Да блин, не хочет вырываться, вы прикиньте. Так, ну он обратно же не всадит его, правильно? То заново начнет. Все, а вы выдрали. Smoke cigarettes, Mr. K says he smokes like a pack of two a day. Redwood cigarettes? Thank you, Mr. K. Так, давайте смотреть. He's telling me he chain smokes Redwoods. It ain't the cigarettes that'll kill him. It's the guys who put the warnings on the packets you should worry about. Так. And he's left-handed. Oh, now I get it. You're telling me to assassinate a guy because he's got facial hair, a cigarette, and... Как я и говорил, ребят. А потому что он выделяется, он в красный, вот такой. Я сразу понял, что это он. Готов. Redwood smoking, bearded, maybe, could be, used to be, Azerbaijani. Good enough for me. Steve, it's done. Woo! That is a wrap, my friends. Excellent work, the pair of you. Now I got a racquetball game to get to, so Trevor, if you take care of Mr. K, I think we're all set. What the fuck do you want me to do with him? I would say he's outlived his usefulness. Oh, come on, please. Shut up! That's a sport. Так, самое неприятное сейчас будет. Я бы хотел бы это пропустить, но. Fuck, let's just go, okay? I ain't gonna let those G-man fucking scumbags tell me what to do. What? You just tortured me. Don't ask too many fucking questions. Let's go, get up. Come on, up the fucking stairs. Мне кажется, есть. Конечно, молодец, слушайте, что он его хочет отпустить, как бы, но... У меня такое чувство, что он или нас сдаст, или что-то такое будет. Come on, let's go. Alright, now you got a flight to catch, okay? Get you to the airport. Офигеть, Тревор, оказывается, добрая душа. Внутри он стесняшка такая, милашка, офигеть. Обалдеть просто. Hey, how's your mouth? It hurts. Can you speak? Kinda. Are you gonna hold it together? I want to go home. I want to see my family. No, you have no home. You have no family. That shit is over. I do. They're in the Morningwood. I love them very much. No, that's your old life. That's over now. You're off the grid. You're one of the invisible people. Just take me home. I'm taking you to the airport. You're gonna get on a plane. You're flying a long way from this country, and you're gonna spread your message. I don't have a message. You're a torture advocate. Advocate? The media and the government would have us believe that torture is some necessary thing. We needed to get information, to assert ourselves. Did we get any information out of you? I would have told you everything. Exactly. Torture's for the torturer, or the guy giving the order to the torturer. You torture for the good times. We should all admit that. It's useless as a means of getting information. I'm feeling lightheaded. Departures. No one drives me to the airport. Так, ну, это как-то не очень правильно, потому что если его схватят, то сами понимаете, еще про нас расскажут, и там уже еще как. But my family is here. Your family is probably the ones who got you fucking in here, all right?
Now look, trust no one, all right? You're alone now. Really? Yeah, really. Now let's go. Fuck off. Come on. Капец. Обалдеть. Надо было, что ли, какой-то ему... Так, это законный электрический стул. Мы вот это вот... Не попытали, конечно, но жалко. Так, мистер Филлипс, вот ежедневный доход от вашей собственности. Ну-ка. Так, ангар... 5000 выведен вас из лабиринта с недвижимостью. Так, хорошо. Так, гоночки. Только что поступили боевые снайперки. Бомбы-липучки. Это я все видел. Только сколько у нас денег? 221 тысяча. Да вы что, издеваетесь, что ли? Что вообще? Брэд. Нет, наверное, это двойник или кто-то еще. Он умер. Так, привет, Тревор. Это Брэд из тюрьмы. Нет, наверное, это двойник или еще кто-то. Он умер, я видел фотки с похорон. Я-то знаю, почему ты меня не навещаешь, Брэд? Хрена себе. Да, так он только что говорил, то, что за него пишут как бы письма, да? Помните, он тогда говорил... Так если он приедет, сами понимаете, что будет. Хотя, может, я сейчас кое-что недопонимаю. Скорее всего, так и есть.